Всем привет, YouTube привет. Вот очередной вопрос, попытаюсь рассказать. Вот лампа, допустим. Вот лампа. Для чего в лампе там ни одна полоса, ни две, ни пять, ни десять? Для чего вот две полосы? Для чего это делается? Давайте рассмотрим. Вот она у нас, вмятинка есть. Сейчас включу я эту большую лампу и попытаюсь рассказать, для чего это было придумано. Вот мы видим отраженку, две полосы я включил. Видим прекрасно. Значит, вот есть верхняя полоса, нижняя. Верхняя полоса у нас отражается ближе к нам. Нижняя дальше. Ну, как бы в перевернутом виде. Вот у нас вмятинка. В верхней полосе мы видим как бы центр, края. Вот. В нижней полосе мы ее видим уже так. То есть, условно, чтобы лампу туда-сюда не двигать, вот есть у нас две полосы. Что это нам дает? Значит, первоначально мы должны осмотреть вмятину, определиться с ее краями, увидеть ее центр. Мы заводим инструмент в центр и начинаем ремонтировать вмятинку с центра. Потом, по мере того, как она выходит, мы, допустим, берем, забиваем края, поднимаем центр, забиваем края, и таким образом происходит выравнивание. То есть, ну, сейчас попытаюсь схематично отразить. Вот ровная поверхность, да? Вот наша вмятина. Я условно рисую. Вот вмятина. Мы в центр давим, центр там чуть дальше от центра. Ну, вопрос не об этом. Вот. Мы выдавливаем центр, выходят края. Мы это видим, значит, поднимаем центр постепенно, забиваем вот эти края. Вмятина выходит и в итоге становится ровно. Для того, чтобы нам не бегать и каждый раз вот так лампу нам не переставлять, начинаем мы работать вот в верхнем свете. Вот я показываю рукой. Мы прекрасно видим центр. Для того, чтобы попадать именно в центр вмятины, а не сбоку, не с краю, для этого вот существует эта полоса. Потом, по мере ремонта, чтобы не передвигать лампу дальше, то есть, чтобы вот эта полоса стала вот так, то есть, лампу ставить дальше, нам не надо, мы уже видим отсюда. Вот для этого и существуют эти полосы. Вот. А вот это разнообразие, уже когда тут различные цвета, оттенки, вот как мы видим, да, это уже, как говорится, для удобства вашей работы. Вот еще раз повторюсь, подводим мы вот таким образом, и все мы видим прекрасно. И мы можем увидеть окончание инструмента и стараться попасть точно в центр вмятины. Вот, точно так же мы вот туда-сюда бегаем, головой наклон вперед, назад, там, в бок. Вот, мы прекрасно все видим. И края вмятины. То есть, если где-то выступает ореольчик, так называемая корона, вот, мы ее забиваем. И точно так же мы подводим, видим центр вмятины и работаем с центром, ее выдавливаем. Вот ответ на этот вопрос. Для чего две полосы делают, а не одну, допустим, по центру? Ну вот я сейчас выключу. Вот у нас одна полоса по центру. Для того, чтобы нам увидеть центр вмятины, это нам лампу надо приближать сюда, выставлять. Выставили, поработали. Теперь надо посмотреть, что нам забивать. Лампу нам надо отодвигать. Вот условно сейчас зажигаю еще одну полосу. Верхнюю и нижнюю. И в итоге опять же мы пододвинулись, проконтролировали, что у нас тут. Потом глянули, что у нас тут.
и спокойно работаем, выравниваем. Ну вот, собственно, и ответ на вопрос, для чего несколько полос. Ну, это опять же, чуть продолжу. Сделали мы в этой плоскости. Желательно потом поставить под 90 градусов и свериться. Вот. Желательно проверять себя со всех сторон, чтобы, опять же, вот мы видим так. Сейчас я включу дальнюю полосу, вернее верхнюю. Вот мы таким образом уже видим, что у нас делается в центре. Чуть дальше отодвинулись головой просто-напросто. Мы видим, что у нас выступает. Вот для этого, так сказать, и все это было придумано. Для удобства работы, чтобы не бегать по 10-20 раз, не переставлять лампу, не вскакивать, а просто спокойно настроиться и работать. Вот такое вот маленькое кино. Для тех, кто не знал, пожалуйста, ответ на ваш вопрос.